хотят доказательств, так что придется ее пнуть. Система пропайлер для сети Вайс.
совет. Мститель из телека. Хулиган, знаком с ним лично. Этот чувак сильно портит жизнь Блюм, вламывается в центр управления и сваливает без проблем. Но у него какие-то траблы. Что-то там с семьей. Мне не рассказали, но... Думаю, в итоге мы будем работать вместе с ним. Интересно, а вы когда-нибудь задумывались, почему почти 3 миллиона человек мечутся между точками А и Б, не догадываясь, что где-то есть точка С? Людям не нужна новая информация, их мозг перегружен до предела. Смотрите внимательно на рекламные щиты и экраны. Видите на них Блюм? Что, на ваш взгляд, изменится с новой версией CTOS? Ищите точку С. Поговорим позже. На выборах. Даже если ответ нет, это значит да. Потому что разницы между да и нет никакой. Все вы выбрали одного кандидата. Ведь все вы части системы. Она не менялась последние 50 лет. Решили вы постоять в очереди, чтобы поставить галочку? Или проигнорировать эту процедуру? Системе от этого ни горячо, ни холодно. Но это можно изменить. Правда, это будет посложнее, чем выбрать имя из списка. Дэд секс с вами. Все, что нужно для вашего комфорта, состоит из природных ресурсов. Но скоро на планете их не останется. За последние 100 лет мы истощили запасы наполовину. Но при этом даже не думаем снижать темп. Правительства уже ведут войны, тайно и явно, чтобы завладеть остатками ресурсов.
Но догадайтесь, кто будет в выигрыше? Кто платит за войны? Кто наживается, делая из вас дураков? Ответ перед вами. Достаньте телефон из кармана. Взгляните на экран. Какая клевая аватарка. И стрижка зачет. Поздравляем с новой работой. Плюс 25%. Шикарно. Сможешь купить телек побольше. О, новый статус. К тебе пришла любовь. Дочка так быстро растет. В колу сама ходит. Кстати, перекресток с этой фотографии. Мы его знаем. Это ваш тихий район. Там даже дверь можно не запирать. Проснись. Хватит жить в мире иллюзий. Зачем мы скрываем лица за масками? А почему прячутся они? Пусть расскажут о своих махинациях. За нами дело не станет. Они делают из ДЦК пугало, а сами суют нос в ваши спальни. Мы не просим любить нас. Мы просим вас раскрыть глаза, заглянуть под кровать. Монстры существуют. Только вы не там ищете. Есть что сказать. Вы готовы что-то изменить. Но при этом думаете, что беспомощны, слабы, боитесь. Есть решение. Можно бороться с системой, просто не подчиняясь ей. Свободный выбор одного человека – пример и вдохновение для тысячи других. Держитесь друг друга, и вас не победят. Объединитесь, и ваш голос услышат. Только вместе мы пошатнем эту власть. Ну, понятно. Да. Тебя видим. В данный момент на тебя направлено 3 камеры. Первая отправляет данные в полицию Чикаго. Вторая прямёхонько Блюм через сети ОС. А третья мы сами толком не знаем. Можешь прятаться, но знай, в городе таких камер больше 20 000. У тебя больше нет тайн.
насколько быстро можно отключить CTOS. Обесточить каждую камеру, систему наблюдения, сигнализацию, весь транспорт и коммуникации. Парализовать этот безопасный город. Нам понадобится 30 секунд. А теперь представьте, что было бы, если бы мы подняли восстание. Сколько времени нужно стоящему у пульта, чтобы отключить нас? Вы сами добровольно платите своим тюремщикам. Ты справился со всеми нашими загадками. А сейчас речь пойдет о Гигглзе. Он нагл, но небрежен. Мы хотим устроить ему сюрприз. Надеемся, ты согласишься. В долгу не останемся. Я готов. Вот его координаты. Обойди защиту и залей ему этот вирус. Не знаю, что думать об этих камерах. Походу, CTOS переклинило. Что вообще творится? Мне надо пробиться через защиту Гигглза и залить туда вирус. Если DedSec считают его крутым, это будет непросто. Thank you.
У Гиглза не было ни единого шанса. Но хотелось узнать, сколько протянет его защита. Оказалось, чуть дольше, чем мы думали. Но твоя работа впечатляет. Мы благодарны тебе за помощь. Твоя награда ждет тебя. Мы следим за тобой.